Всем добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связана тоже с компьютером, а именно с переносом и хранением данных. В данном случае понадобился 1-терабайтный внешний твердотельный накопитель или просто SSD. Ну и в данном случае представлен твердотельный накопитель SanDisk. Помимо этого, к нему еще был приобретен чехол, который у вас сейчас находится слева. Итак, что из себя представляет диск? Поставляется он с AliExpress. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Letyshops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой, выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Letyshops. Доставка была Казань-экспресс, что видно по состоянию упаковки. Ну, тут гарантия 5 лет. Но единственное, все на китайском языке. Поддерживает интерфейс USB 3.2. Скорости продемонстрированы. И давайте смотреть, что находится у нас внутри. Нижняя часть, боковые части. Ну, хотя вон здесь можно понять, что находится внутри. Документы, сам твердотельный накопитель, плюс USB-C по USB-C кабель и переходник на USB-A. И давайте вскрывать, смотреть. Внутри ничего нету больше. Вот он у нас сам диск представлен. Extreme Portable SSD. Серийный номер есть, если что, проверить на состояние. Но ввиду того, что данные SSD-диски производителя купил Western Digital, поэтому все берется там. Ну, здесь гарантийное обязательство на нескольких языках. Британский, европейский и Великобритании. Польша он есть, язык Нидерланды. Ну, я не буду показывать, но много языков. Называемое гарантийное обязательство. И внутри находится вот такой переходник. Подключается и, ну, он уже достали. Сюда подключается и подключается в нижнюю часть. Вот такого плана у нас SSD накопитель. Давайте уберем лишнее. Документы. А, кстати, еще внутри что-то находится. Какие-то надписи. И поставим сюда. Вот такой вот. У нас внешний, небольшой, вмещается в руке SSD-накопитель. Так, ну и давайте посмотрим чехол, что из себя представляет. Специально разработанный для него. Есть у нас ремешок для переноски. И здесь у нас два отдела. Один отдел это положили в сам SSD-накопитель. Как видим, он отлично помещается внутри этого чехла. Ну и плюс разместить в другой части кабель и переходник. Все достаточно удобно, быстро и можно переносить в любое место. Вот такой вот у нас чехол вместе с SSD-накопителем. Сам диск Extreme Pro со скоростями до 1050 мегабайт в секунду. Это на чтение и на запись 1000 также мегабайт в секунду. Давайте проверим, какие скорости. Единственное, сразу же хочу сказать, что у меня ноутбук поддерживает только скорость, а именно 5 гигабит в секунду. Поэтому результаты мы увидим в два раза меньше. Ну а в случае, чтобы узнать реальные скорости, берите множитель 2 и перемножайте результаты, которые мы получим, исходя из этих значений. Потому что интерфейс данный твердотельный накопитель поддерживает USB 3.2 Gen 2, а ноутбук поддерживает USB 3.2 Gen 1. Там ограничен по скорости. Итак, приступаем.
Я вам продемонстрировал SSD-накопитель SanDisk внешний на 1 терабайт со скоростями до 10 гигабит в секунду. И также продемонстрировал чехол, предназначенный непосредственно для данного внешнего SSD-накопителя. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал, информацию предоставил вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.